Личные комплексы и заторможенность присущи владельцам этого имени, но это всего исходит из того, что представители имени очень тщательно продумывают путь, прежде чем сделать шаг. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква К символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризный, требует повышенного внимания к своей персоне. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Звук «К» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Увлечение чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы В в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Предупреждение владельцу с буквы Л не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Представители этого имени готовы вступить в беседу с любым человеком и умеют понять чувства окружающих. Люди с этим именем умеют четко выполнять приказы, если этого требует субординация, трудолюбивы, энергичны, добросовестно относятся к любой работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.